будет 100. Я сделал. Капец. Молодец. 550 рублей, офигеть. Спасибо огромное, Фотошай. Капец, 550 рублей. Спасибо реально огромное. Дольф, удачи тебе. Что думаешь насчет Осы? Будешь ли ты ее играть в нее на чиловых стримах? Я подумаю насчет стримов в Осу. Я на самом деле не хочу какие-то другие игры стримить, кроме ГД. Я сделал 30-100 наконец-то. Дольф, почему Дольф и Мафака так похожи? Так похожи, поясни за это. Я сомневаюсь, что мы похожи с Мафакой как-то. 30 рублей. Добавь по зязи Драга, Кью. Вот, Драга это последний человек, которого я добавляю в друзья за донаты. Так, он, наверное, кинул заявку, да? Или нет? Последний человек, которого я добавляю в друзья за донат. Больше не буду. Извиняйте, если что. А у меня даже не получилось это сделать. Подождите, сейчас поменяю название стрима. У меня даже нет слов. Ну что, ждите, скоро я уже начну играть в него с нуля. Да, Байтёма, кстати, да, я не хотел стримить вообще сегодня. А, капец. Валик, у меня и 1500 зрителей было на стриме рулетки. Кстати, привет. ₽56. Красавчик, кинул все, что на киви валялось. Удачи, Вериви. И можно вопрос, сколько тебе сейчас? Мне сейчас 16 лет. Если это вопрос про возраст. Ждите видос.
Я не знаю, выпускать ли его сейчас. Но, скорее всего, сейчас выпущу. Превью есть. Ну, после стрима выпущу сразу. Видос 30-100. Честно говоря, не хочется больше сейчас играть. У меня сейчас, сами понимаете, рука аж трясется очень сильно. Дольфи, как ты прошел Bloodbath с первой попытки? Если ты про тот видос на 1 апреля 2019 года, то я не проходил его с первой попытки, это был пранк. Но я его прошел легитно. Ну все, сейчас я буду заканчивать стрим, потому что вот я уже сейчас не смогу, думаю, играть. И не хочу сейчас играть. Уже на следующих стримах буду... играть дроп, играть с нуля. Мне надо отдохнуть. Тем более у меня уже 2 минуты первого часа ночи. Ну, так что время уже у меня ночь. Соответственно, я сейчас буду заканчивать стрим. Так сильно актив поднялся. После прогресса, капец. Всем я еще, по-моему, донат какой-то не прочитал или прочитал. Нет, я все прочитал. Всем спасибо. Так, он мне кидал заявку, друзья, нет? Не, он мне вроде так и кидал заявку. Или кидал, я не знаю. Челик, который мне задонатил. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр этого стрима. Сколько он длился? Сейчас скажу, сколько он длился. Он длился полчаса. Я его сейчас буду заканчивать.